Всем привет! Сегодня очередной обзор. Пришла сегодня мне в основном одежда, ее и буду показывать. И я думаю, что очень многое будет вот здесь вот в качестве примерки. Буду вставлять, показывать, как это выглядит, собственно, в деле. Итак, не трачу время и приступаю уже к обзору того, что пришло. Так, конечно же, новый каталог. Здесь, кстати, очень много новинок, и я думаю, что интересно его будет даже просто сидеть полистать, потому что и текст в нем предостаточно, да? Просто так здесь текст не пишут, здесь и история, и какая-то статистика, да? Ну, короче, много полезной информации, ее иногда полезно бывает изучить. Так, теперь также сейчас в каталоге по акции идут вот такие вот носочки. Я беру их уже не первый раз, мне они очень нравятся. Здесь идут с таким рисуночком, зайчиком, в трех цветах. А эти просто беленькие. И они идут без рисунка. Цена каталожная 299 рублей. И идут они сейчас как бы за покупку. Также из средств для дома пятновыводитель, кислородный, многим уже полюбившийся. Сейчас у него поменялась крышечка. И приходит он вот с такой синей крышечкой, поэтому не удивляйтесь. Таблетки для посудомоечной машины, брала их по купону. Почему? Потому что по купону они были выгоднее всего. В прошлом каталоге у нас действовали карточки 60-70%. Таблетки выходят очень выгодно, поэтому тратила именно на них купоны. Я взяла сейчас патчи и такие красные я показывала в прошлом видео. Я, кстати, буду снимать обзорчики, сравнивать их, потому что сейчас они идут новичкам в подарок. И если у вас пока нет регистрационного номера, скорее проходите по ссылочке в описании к видео, оформляйте свой личный кабинет, у вас сразу же будет скидочка 20%. Вы сможете заказывать продукцию тогда, когда вам удобно. Доставка очень удобная, она по всей России, не только в России. Можно постаматы, можно специальные пункты выдачи Faberlic. Туда можно даже без предоплаты заказывайте, заказ приходит и оплачиваете. Очень удобно. Патчи приходят новичкам со второй покупкой по каталогу уже следующему. Да? То есть вот по этому каталогу будете делать очередной заказ. И патчи выберете те, которые вам нравятся. Красненькие, ICU корейские, либо вот зеленый океан. Новинка у нас дезодорант. Сейчас они идут по цене 199 рублей каталога, не по акции. Пробуйте, там два женских и два мужских. Розовенький аромат, очень приятный, нежный, не резкий. Да? Тот, наверное, от кого интересует, резкий они или нет, скажу, розовый, не резкий. Так, спрей пятновыводитель. И, по-моему, я еще карандаши брала. Ой, я не знаю, где он, поэтому спрей тоже нужная вещь. Кстати, пятновыводители все разные, они действуют по-разному. Я использую практически все. У каждого свое действие и свой удобный формат использования. В прошлом каталоге по акции была вот такая вот штучка. Это идет тюрбан на голову. У нас он один такой уже есть. Его используют Светик, у него длинные волосы. Вот, и хочу сказать, что он очень удобен. Это приятная такая микрофибровая ткань, которая хорошо сушит волосы. И в ней хорошо, когда холодно, да, где-то. В баню классно, в сауну классно с такими штучками. Вот, покажу сейчас, наверное, как ей можно пользоваться. Вот такой вот уголочек. И два вида использования. Можно здесь завязывать, чтобы была кнопочка, или можно сзади. Такой более красивый классический вариант. Так, у меня тут целых 5 дезодорантов. Это идет серия Story d'Amour. Она сейчас потихоньку обновляется. Мне кажется, дезодорант подобный выходит из ассортимента. Беру я их, потому что они не содержат солей алюминия. У них более мягкое, деликатное действие. И сейчас они были по акции. У них была цена каталожная 149 рублей. Если они еще есть на сайте, заходите, забирайте. Так. Новиночки. Это зубные пасты Нуки с манго. Подходит, кстати, и детям, потому что на 97% натуральный состав.
Конкретно эта манго идет комплексная защита, она не содержит фтора. Если мы берем вот из всех паст Нуки, по-моему, только ананас, да, если он еще есть сейчас в ассортименте, он содержит фтор, и поэтому не рекомендуется детям, остальные все можно. Так. Вот такие вот штучки маленькие у нас были. Вот такие вот маленькие штучки. Это эссенция, по-моему, она так называется, Dream Therapy, антистресс эссенция, которая содержит гормон мелатонин. То есть вот в этой серии далеко не все продукты реально содержат мелатонин. Ну, по-моему, 3 или 4 продукта содержит, и вот эта эссенция одна из них. Что делает мелатонин? Он помогает уснуть. У тех, кому нарушение сна, в комплексной терапии не помешает еще и мелатонин, в том числе вдыхать. Сейчас я открою. Так, довольно сильно закрыто. Капитально, да, тут не откроешь просто. Ага, вот у меня получилось, немножечко порвав. Так вот она выглядит. И здесь есть ментоловый аромат немножко, да, еще к тому же. То есть он немножко отличается от того, мне бы сейчас не уснуть, как пахнет сама серия. Вот, но аромат все равно приятный, его приятно вдыхать. Я прямо чувствую то ли мяту, то ли ментол. Такие две штучки взяла на подарки. Так, что у меня здесь еще? Детские витамины. Сейчас такой период, надо брать витамины. И, естественно, где я могу взять витамины? Конечно, Faberlic. У нас такая шикарная линейка. Сейчас появилась молекула Force. Произведены они тоже в США, Калифорния. Эти партии все у нас пока что приходят. Производство США, Калифорния. Но мы ждем, что когда-то появятся еще уже и российские партии. Так. Дальше. Тут у меня, как всегда, приходит помощник на колени. Никуда без нее. В распродаже карандашики были для глаз, коричневый и черный. Взяла оба. Пригодятся. Сейчас проходила мастер-класс, онлайн-мастер-класс по макияжу. Поняла, что мне, кажется, хоть и завалена косметичка, но нужно еще много всего. Так, вот, кстати, карандаш пятновыводитель, который я искала, еще один вид пятновыводителя, еще есть пятновыводитель в круглой банке, но применяю я всех для разных целей, потому что все они немножечко отличаются. Теперь следующий блок, это блок одежды. Одежды довольно много у меня сейчас, я кое-что взяла на примерку, естественно, если просто не подойдет, то можно вернуть. Вот такие вот детские штанишки, они идут трикотажные, но под джинсы. Так. Вот так они выглядят. Я взяла двух размеров, потому что не знаю, какие взять на лето. Ну, такую на прохладную погоду. Или 134, или 140. Померим и решим, какие в итоге оставить. Так. Дальше. Это у нас трикотажная футболка, и к ней такие вот лосинки. Все они идут с собачкой. Коллекция идет с акцией «Друг из приюта», то есть каждые 50 рублей с покупки этих товаров идут у нас на благотворительность. Есть у нас разные благотворительные проекты, и периодически они появляются в каталогах, следите за ними. То есть вот это благотворительный проект, и мне уже вот они пришли. Буду мерить, взяла 134, да, я взяла 134 размер. А вот эту футболку с распродажи я взяла 140-го. Я думаю, что она, если будет балахончиком, сейчас так модно носить, да, особенно вот этот вот в стиле тай-дай футболка, тоже детская, она, думаю, будет самое то, когда она немножечко оверсайз. Пододвинула себе коробку. У нас, кстати, за окном сегодня дождь, поэтому с освещением вот такие вот проблемы. Я все заглядываю, смотрю, как мне видно.
Вот. А дальше распродажа снова меня очень привлекла распродажа. Я взяла вот такой вот легкий трикотажный джемпер. А я, кстати, его когда-то видела уже вживую, даже, по-моему, примеряла. Вот. Но тогда между несколькими я выбрала два других. По-моему, три или четыре я заказывала, выбрала два. А сейчас решила все-таки его заказать, потому что скидка очень хорошая. И еще я взяла джемпер, который я повторяю уже третий раз, просто каждый раз в новых цветах. Вначале я брала розовый, как только он появился в каталогах, потом черненький. А розовый я уже практически износила, потому что он такой приятный и очень красивый. Здесь открытые рукава. Вот, натуральный состав, да, 95% хлопок и 5% эластан. И вот теперь такого молочного цвета в моем гардеробе будет. Цена у него, по-моему, 559 рублей всего лишь. Вещь вообще универсальная, очень красивая, поэтому беру его уже не первый раз. Так, это вот размер поменьше, 134, те брючки, которые я показывала. Колготки у нас были в распродаже, поэтому я взяла колготки. У меня придут еще, кое-какие ушли в автозаказ, ну, поскольку на них была хорошая скидка, соответственно, был хороший спрос. И кое-что придет немножечко позднее. Это толстовка мужская. У нас есть брючки темно-синие мужские. Есть кофта, но без капюшона. Она не на молнии. А я решила еще взять на молнии и с капюшоном. Так, большая часть, кстати, одежды сейчас у нас производится в Ивановской области. Там используются тоже натуральные материалы, но некоторые коллекции Фаберлик заказывает Бангладеш, там хорошо делают хлопок, вот, ну и кое-что Китай, но по качеству всегда у меня нет претензий к одежде в последнее время, все каждым разом все лучше и лучше. Платье, длинное платье в пол. Так, материал здесь вискоза 80% и нейлон. Вискоза, как мы знаем, очень приятна телу, и это длинное платье, возможно, мне подойдет. Хотя, конечно, нужно мерить. Вот. По составчику можете убедиться, что 80% здесь вискоза. Мужские джинсы. Шелковистые носочки. Нашла в распродаже. Я вообще любила такие вещи раньше. Это корсет. Блузка типа корсета с джинсовой ткани. Посмотрю, с чем его можно сочетать в моем гардеробе. Если понравится, то оставлю. Скорее вот на выбор, да? Я не знаю, что подойдет. Вообще подойдет или нет. Джинсы или вот такие вот брюки. Они тоже такого хорошего, плотного качества, видите, под джинсы. Но называются не джинсы, они называются брюки для мужчин. Размер 50, носили всегда 48, всегда 48 подходило, но я сейчас решила, что нужно взять уже 50. И 50 я взяла на примерку вот такой вот джемпер с воротником пола серого цвета. Этот цвет серый меланж. Я видела, есть и более светлый серый. Ну, в общем, там очень много разных именно мужских футболок. И с полосками, без полосок, и с рисунками, без рисунка. Вот, это тот заказ, который у меня только-только пришел. Все, естественно, вот здесь вот я буду показываю, да, как это все выглядит непосредственно на человеке. Потому что в пакете ничего не понятно. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Если у вас нет личного кабинета, вы хотите скидку, а также подарок в виде вот таких вот шикарных патчей, то обязательно заполняйте анкету в описании к видео. Патчи я покажу. У меня есть открытые розовые. Я уже показывала и красненькие в предыдущих видео. Вот они, наши любимые патчи. А эти мне нравятся тем, что они тоже... Они яркие, и с ними даже можно выходить из дома. А зелененькими немножко другая история. Здесь очень классный состав тоже. И экстракт икры, и комплекс пептидов, и коллаген, естественно, есть. Но они видны.
И с ними, конечно, по дому погуляешь, а на улицу, наверное, не выйдешь. Чем мне нравится красный патч и розовый, тем, что с ними можно пойти даже в магазин, там, поехать на машине куда-то без никаких проблем. Ну все, пишите свои отзывы, пожелания в комментарии, и всем до новых встреч. Пока-пока.